каждый новый займ больше предыдущего, и каждый последующий займ еще больше. Отличные наличные. Больше займов – больше сумма. В Кызыле снят режим чрезвычайной ситуации. 30 марта состоялось заседание городской комиссии по предупреждению ликвидации чрезвычайной ситуации и обеспечению пожарной безопасности. По решению комиссии с 30 марта в Кызыле отменен режим чрезвычайной ситуации. Теперь в городе действует режим функционирования «Повышенная готовность». Напомним, в результате резкого снеготаяния с 24 марта в Кызыле были потоплены 12 жилых домов и 30 дворов частного сектора в Правобережном районе и в Ближнем Кахе. По состоянию на 2 апреля потопленными остаются 25 домов и территорий в поселке Кахим Кызылского района, сообщается на официальном сайте правительства Тувы. В городе Кызыле потопленной остается одна придворовая территория на улице Сергея Лазо. Потопленных домов нет. Социально значимых объектов в зоне потопления не было. В ночь на 2 апреля в пункте временного размещения поселка Кахим ночевали 11 человек, в том числе один ребенок. Пункт временного размещения на базе 12-й школы Кызыла работу прекратил с вечера 30 марта. С 2018 года центры занятости населения Тувы начнут использовать более современную версию программного комплекса «Катарсис». Комплекс обеспечивает единую работу всей службы занятости республики, в онлайн-режиме поддерживает региональные банки данных личных дел, организаций, вакансий, учебно-производственных баз, договоров, а также обеспечивает предоставление государственных услуг гражданам и работодателям. Зарегистрировавшись на интерактивном портале «Катарсиса», граждане могут найти подходящее для них место работы, направить свое резюме, получить сведения о социальных выплатах, записаться на прием к работодателю. Работодатели, в свою очередь, могут отправлять сведения о вакансиях, отчеты о квотировании, отчеты по охране труда, сведения о освобождении работников, получать информацию о направленных кандидатах для трудоустройства. Работники бюджетной сферы муниципалитетов Тувы получат карты МИР до 1 июня. Такое решение принято на совещании в региональном правительстве при участии представителей отделения Национального банка Тувы. Закон о национальной платежной системе подразумевает переход на национальный платежный инструмент всех работников бюджетной сферы до 1 июля. В муниципальных образованиях Тувы переход должен завершиться на месяц раньше, к 1 июня. Активнее всего выдача карт МИР проходит в Чахольском и Пихемском районах республики. В остальных муниципалитетах работа продолжается. По данным отделения Национального банка по Туве, 2/3 работников бюджетной сферы республики уже получили на руки карты национальной платежной системы. С таянием снега стал видим и мусор. Начинается время большой работы по уборке города после долгой зимы. Для этого ежегодно мэрия проводит месячники по благоустройству, которые в этом году стартовали 30 марта. И традиционно городские власти призывают все организации, общественность и жителей города внести свою лепту в наведение порядка на территории любимой столицы. Первый в этом году месячник по благоустройству стартовал 30 марта и продлится до конца апреля. За предприятиями и организациями закреплены территории, на которых они должны провести уборку. Так и сотрудники нашей телекомпании совместно с радиостанцией «Голос Азии» и волонтерами Департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Кызыла в минувшие выходные отправились чистить от мусора гору любви. Ну что, да здравствуй, субботник! Компания из операторов и корреспондентов запаслись парами перчаток и мусорными мешками. Все это для того, чтобы продолжить акцию телекомпании «Гора любви, гора чистой любви». Излюбленное место отдыха молодежи и гостей столицы Тувы к нашему приезду было завалено мусором. Результатом субботника стали собранные сотни пустых тар, несколько мешков разбитых бутылок и другие виды бытового мусора. С начала года в Туве с заявлением о получении ежемесячной выплаты на второго ребенка обратились 22 семьи. В нашей республике размер ежемесячной выплаты составляет 10 347 рублей. Пенсионный фонд России по республике Тыва сообщает, если семья обратится за получением ежемесячной выплаты в течение 6 месяцев со дня рождения второго ребенка, то выплата будет назначена со дня рождения ребенка. В случае, если заявление будет подано по истечении 6 месяцев со дня рождения второго ребенка,
ребенка, то выплата будет назначена с даты подачи заявления. Напомним, с 2018 года начали действовать сразу несколько новых мер государственной поддержки семей с детьми, введенные по указу президента России. Одной из таких мер являются ежемесячные выплаты на второго ребенка из средств материнского капитала нуждающимся семьям. Для семей, желающих получить средства материнского капитала наличными, очень важно вовремя подать заявление в территориальный орган пенсионного фонда. Если семья обратится за получением ежемесячной выплаты в течение 6 месяцев со дня рождения второго ребенка, то выплата будет назначена со дня рождения ребенка. В случае, если заявление будет подано по истечению 6 месяцев со дня рождения второго ребенка, то выплата будет назначена с даты подачи заявления. С начала года в Туве с заявлением о получении ежемесячной выплаты на второго ребенка обратилось 22 семьи, 15 из которых уже получили ощутимые суммы выплат с учетом доплаты за прошлое время, то есть с даты рождения второго ребенка. В нашей республике размер ежемесячной выплаты составляет 10 347 рублей. И о курсах валют. Доллар стоит 57 рублей 26 копеек, евро 70 рублей 56 копеек. Пора менять моторное масло? Заезжай к нам! Огромный выбор автомасел для всех видов транспорта, от синтетических до минеральных. Возможность покупки масел на разлив, наличный и безналичный расчет. Пушкина 67, 8 983 515 302. Хочешь мощные банки или стройную фигуру? Переходи на спортивное питание. Все для фитоняшек и спортсменов. Тува Спортпит. Спорткомплекс имени Ивана Ярыгина, фитнес-джим, второй этаж. Торговый дом «Азаз», павильон номер 20. В Туве зафиксирован несчастный случай, в результате которого погиб малолетний ребенок. 30 марта в полицию Шагонара поступило сообщение из районной больницы о том, что в медицинское учреждение доставлен 1,5-годовалый мальчик с закрытой черепно-мозговой травмой, который позже скончался. 30 марта текущего года около 14 часов правоохранительные органы Лухемского района поступило сообщение о смерти в реанимационном отделении медицинского учреждения Лухемского района малолетнего ребенка 2016 года рождения. По данному факту следственными органами Следственного комитета России по республике организована доследственная проверка. Проведенными неотложными мероприятиями установлено, что в этот же день около часа дня мама, отлучившись на минуту в другую комнату, вернувшись в зальную комнату, обнаружила, что ее ребенок выпал из окна с высоты 5-го этажа многоэтажного дома. Воспитанники Тувинского кадетского корпуса стали первыми в 15-х всероссийских кадетских сборах в Москве. Ребята из Тувы показали очень высокие результаты. Первое место в смотре строя и песни, первое место в подтягивании, первое место в метании гранаты, второе место в разборке сборки учебного автомата и второе место в беге на 100 метров. 15-й всероссийский сбор воспитанников кадетских корпусов традиционно собирает лучших бойцов со всей страны. В рамках сборов воспитанникам Тувинского кадетского корпуса удалось побывать на экскурсии по достопримечательностям Москвы, на возложении венков к могиле неизвестного солдата, торжественном построении на Соборной площади Кремля и на смотре строя и песни кадетских подразделений на Поклонной горе. Двадцать первый по счету творческий конкурс среди школьников «Радуга искусств-2018» стартовал в марте. За несколько недель творческие дети уже успели показать свои таланты практически во всех направлениях искусства. Так, в завершающий день 30 марта за звание лучших боролись исполнители на духовых и ударных инструментах в номинации «Сольное исполнение» и «Ансамбли». Ежегодно для участия в этом конкурсе приезжают талантливые школьники со всех уголков республики. Еще один конкурс-фестиваль завершился – открыв публике самых ярких и талантливых звездочек Тувы. Радуга искусств на этом не заканчивается, уверяют организаторы. Для победителей фестиваль лишь отправная точка для покорения новых вершин. Напомним, конкурс-фестиваль был учрежден в 1997 году. За это время в конкурсе приняли участие более 18 тысяч детей.
Федерация конного спорта Тувы сообщает о проведении 20 апреля в местечке Бурабулак Дзунхимчского района республиканского соревнования по национальным конным скачкам, посвященных к открытию юбилейного 25-го сезона на призы администрации Судхольского и Авюрского районов. Цель соревнований – повышение профессионального мастерства любителей конного спорта, подготовки юных наездников и лошадей к спортивным соревнованиям, профилактика правонарушений и предупреждение скотокрадства на территории Тувы, пропаганда здорового образа жизни, поддержание развития спортивной культуры, воспитание патриотизма и национальной общности, а также популяризация и дальнейшее развитие конного спорта в республике. Радиостанция «Голос Азии» запустила очередной радиоквест «Замес майонез». Теперь участники квеста будут сражаться в смекалке за подарки от магазина «Химтоп» на Юнокурседе 103-1. Для участников они приготовили безопасную линию натуральных средств для стирки белья, посуды и не только. И, как всегда, его получит тот, кто первым найдет. Сегодня ведущие спрятали концентрированный кондиционер для белья. Но чтобы получить подарки, слушатели должны разгадать загадку. С помощью нее становится ясно, где в Кызыле ведущие спрятали приз. Побеждает тот, кто угадает это место и приедет туда первым. О, поздравляем вас! Вот ваш приз. Радио будет разыгрывать подарки от магазина «Химтоп» на Юнокурседе 103-1 всю неделю. Играйте вместе с радио «Голос Азии» каждый день по будням с 13 до 14 часов. В ближайшие сутки по республике ожидается перемена облачность, ночью местами небольшой мокрый снег, днем местами небольшой дождь со снегом. В Кызыле перемена облачность без осадков. Температура воздуха ночью минус 8, минус 10 градусов, днем плюс 1, плюс 3.